Добрый день, мои дорогие подписчики. Сегодня мы будем готовить в духовке рыба сик. Подруга привезла из Армении. Вот. Сегодня будем вместе готовить с вами. Как посмотрим, как получится. Сначала здесь крупный соль. Здесь у нас розмарин. Смесь перцев. Здесь паприка сладкая. Вот, все это примерно чайную ложку. Пушистый перец. Ну, чайная ложка примерно паприку. И смесь перца. Ну, где-то чайная ложка тоже. И одну чайную ложку розмарин. Все это мы сейчас взбиваем. И вот эта готовая смесь будем все вроде. Одну морковь будем резать вот такими дольками и вставляем прямо внутрь. Вот и маленькие лимончики, кусочки, 4 кусочка хватит. Вставляем тоже внутрь. Оставляем мариновать где-то 5 минут и больше. Через 5 минут мы встретимся. Прошло 5 минут. Рыба уже готова. Мариновался. А все это сейчас пергаменты. Снизу фольга и вот сверху пергамент. Все это, конечно, мы сейчас будем делать конверт. Все это уже вот таким конвертом. Уже готово. И отправляем в духовку 30-35 минут. Рыбу посмотрели. Через 25 минут открываем. И вот так в открытом виде опять отправляем в духовку. До 35 минут, чтобы ждать приготовления. Рыба уже готова.
сочно, надеюсь, вкусно. Спасибо за просмотр. Если понравится, ставьте лайк, пожалуйста. Напишите комментарии. Всего самого хорошего!